Так, надо делать пару. Вот я и говорю, а не там Стас следствие может вестись, это нормально. Но обратите внимание, что у нас проверка и обыск стали синонимами. Да? У нас что проверка, что обыск, прибегают люди с автоматами в масках, да, и пугает, значит, барышень, которые там сидят за компьютерами. А вот это неразвлечение, оно о многом говорит. Да, и не различает, куда приходит. В театр, где сидят культурные люди. Или приходит какой-то страшный притон, где сидят преступники вооружены. Свободу! 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 Конечно, я, как и все, очень огорчена тем, что его посадили под домашний арест. И, знаете, я не разделяю вот эту идею, ну, слава богу, что не посадили вообще. Конечно, это чрезвычайно печально, трагично. И можно себе представить, как чувствует себя творческий человек, который лишен возможности работать. Для него это фактически смерть.